Сегодня балаковские журналисты побывали в трех школах, где им показали, чем питаются ученики. Посещение учебных заведений запланированное, поэтому у работников столовой было время подготовиться. Вполне ожидаемо на столах красовались каши, обильно политые маслом, большие порции гарнира и очень сладкий кофейный напиток. В школе номер 21, которую в ходе пресс-тура посетили первой, на завтрак была рисовая кашка. Вкусно, в принципе, можно есть, да? Сейчас я под разговор это съем. В этой школе обучаются почти 700 человек, а в столовой питаются не все. В школе у нас питается завтрак где-то 180 человек, бесплатного питания 147 человек и обеду 35-40 человек. Предпочтение многие школьники отдают буфетной продукции. И цены на фастфуд, так же как и на блюда из меню, в школьной столовой вполне приемлемые. 14 рублей у нас стоит булочка. Пирожок 14 рублей, пицца 31, сосиска 21 стоит, кекс у нас 20 рублей, булочка школьная 5 рублей, 5 рублей салат, 50 грамм морковка, свекла. Сейчас же салаты запрещены, поэтому мы делаем то, что нам разрешено. Несмотря на то, что родители зачастую возмущаются, что детей в школах кормят сосисками, колбасой и пирожками, по мнению педагогов, любовь детей к такой пище воспитывается дома. И каждый повар в школьной столовой знает, что дети предпочитают на завтрак. Сосиску с макаронами, картофельное пюре. В основном, почему они так питаются, скорее всего, это домашняя пища, которую они любят. И, естественно, сосиски и макароны – это любимое блюдо. Вот. Детей в основном. Но у них очень картофельное пюре. Если поразмыслить, то поесть один раз в 10 дней сосиски с макаронами – это не критично. Но поскольку детям дают возможность выбирать из так называемого свободного меню, то покупать это блюдо можно хоть каждый день. Кстати, свободное меню вводится в основном для старших классов, где дети более привередливы к еде, уверена завпроизводством в следующей 19-й школе. Макароны, гречку, сосиски, котлетки они берут. Ну, очень редко бывает, они берут, там, допустим, полностью комплексный обед. Первое и второе. Это бывает, ну, редко. Взрослые дети. Как отметила завпроизводством, на обед обязательно должны быть мясные блюда. В основном это котлеты, которые готовятся по следующей технологии. По рецепту, по технологической карте. Я сейчас скажу, допустим, у нас на 100 котлет идет 3700 мяса. Или там, допустим, курица. То 900 грамм идет хлеба. Директор 19-й школы говорит, что готовит столовой как дома. Я домой не езжу на обед. Обедаю, как и все, вот, как говорят, с общего котла. И обязан пробу снять заодно и посмотреть, насколько качественно приготовлено. Зависит, наверное, от работников, да, не только от того, кто предприниматель, но именно вот от тех, вот этих прекрасных женщин, которые занимаются приготовлением пищи, от этих профессионалов. В заключительной точке пресс-тура, в СОЖ номер 5, дети уплетали гороховое пюре с котлетой. И несмотря на то, что обещали рассказать про школу такое, в присутствии делегации, конечно, постеснялись выдать тайны школьной столовой. Вот так прошел согласованный рейд по школьному питанию. А мы просим учеников школ номер 21, 19 и 5 рассказать в комментариях, всегда ли блюда в ваших тарелках вкусны, как в день заранее известной проверки.